Александр Мор поддержал инициативу поощрить педагогов, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Результаты единого госэкзамена сегодня обсудили на заседании президиума. В этом году испытания прошли больше 9 тысяч выпускников региона. Кроме основных предметов, большинство выбрали для сдачи физику, химию и информатику. Школьники области показали результаты выше всероссийских по базовой математике, географии, иностранному языку и литературе. Увеличилось и число 100-бальников. 41 выпускник вместо 38 прошлогодних. Больше всего, а это 21 человек, сдали на максимальный результат экзамен по русскому языку. Наша задача увеличивать число таких ребят с тем, чтобы и в Тюмени, при поступлении в тюменские вузы, у нас повышалось качество приема абитуриентов. Поэтому по факту на 20% прирост ребят высокобальников в этом году. И в целом, по сравнению с процентом высокобальников по Российской Федерации, мы немного опережаем общий темп прироста.